В районе дома номер 13 по улице 9 мая на трубопроводе в тепловой камере произошло повреждение диаметром 100 мм, в результате чего без отопления остались жители трех домов. Прорыв произошел в 15:30. Аварийные службы и представители администрации ДЭЗа оперативно прибыли на место происшествия. Повреждение будет устранено сегодня вечером, и тепло вернется в дома жителей. На место приехал временно исполняющий полномочия главы администрации Дмитрий Волошин. Сроки выполнения ремонтных работ он взял под личный контроль. Информация поступила к нам на горячую линию, после чего я получил доклад о данной ситуации. Я персонально буду сам проверить, мне это нужно, чтобы у нас все вовремя выполнялось. По всем вопросам о проведении восстановительных работ можно обратиться на горячую линию администрации и на личную почту Дмитрия Волошина.